Наш завод производит двери для всех жителей России. И специально для северных регионов была разработана морозостойкая дверь «Аргус Тепло». Дверь максимально защищена от промерзания и проникновения холода. Терморазрыв, три контруплотнителя, проклейка из залона. Идеальное решение для частных домов. А также для офисов, если дверь разделяет улицу и отапливаемое помещение. В общем, речь пойдет об уличной двери. Полотно, естественно, увеличенной толщины 90 мм, усилено ребрами жесткости и дополнительным листом металла в районе замка. Толщина металла, как всегда, 2 мм. Жесткая профильная открытая коробка увеличенной толщины 126 мм. Выполнена из цельногнутых стальных профилей. Защитный замковый карман, противосъемные фиксаторы, петли на подшипниках, выдерживающие 500 000 открываний – все в наличии. Что же касается системы защиты от промерзания, она доведена до совершенства. Технология терморазрыва препятствует промерзанию конструкции и предотвращает появление конденсата. Если заглянем внутрь дверного полотна, увидим терморолл Knauf Insulation – негорючий, совершенно безопасный, прекрасный изоляционный материал, минеральную плиту Knauf, а также два дополнительных слоя изолона. Три специальных трубчатых уплотнителя из пористой резины по всему периметру дверного полотна и коробки обеспечивают максимальную герметичность дверного блока. А вот внутренние металлические элементы дверного блока не соприкасаются с наружными благодаря термомостам из стеклонаполненного полиамида, что предотвращает появление наледи на внутренней стороне двери. Даже карман под ригелем замков утеплен термороллом Knauf Insulation. В данной модели устанавливаются только сувальные замки, так как цилиндровый механизм образует собой мостик холода. Для большего удобства устанавливаются накладки с автоматическими шторками как со стороны улицы, так и со стороны помещения. Они также надежно препятствуют проникновению холодного воздуха в дом. То, что данная модель двери предназначена именно для улицы, сказывается даже на ее внешней отделке. Металл на улице находится в более агрессивной среде, чем в теплом подъезде, больше подвержен коррозии. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, двери «Аргус Тепло» специально обрабатываются цинкосодержащим грунтом. Двери изготавливаются на заводе в Еш-Короле в самые короткие сроки. Заводу уже более 15 лет, продукция отмечена многими знаками качества и премиями. Представительство есть во всех крупных городах России. Производственные мощности расположены на 48 тысячах квадратных метров. Роботизированная техника, лазерный центр, станки с ЧПУ. Гарантия 5 лет. Избегайте подделок, приобретайте двери только в фирменных магазинах компании «Аргус».